Не-не-не-не-не-не, это не осел чихнул, это я чихнул. Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и какой-то осел, это не мой Степа, мой Степа дома, он всегда под контролем. Я хочу вам сообщить то, что у нас здесь очень много бед, бедных бед случилось, которыми я хотел с вами поделиться прямо сейчас. Вы слышите по моему голосу то, что со мной не все в порядке, а вот это дом Кати, и с Катей тоже не все в порядке. Присаживайся, присаживайся, тащи печеньки, тащи чаечек, кофеечек, что у тебя там есть, неважно. И мне нужно решить, что мы сейчас будем делать. Я заболел, и Катюха заболела. Мы оба болеем. У нас насморк, температура, кашель, мамина мама, мамина перловка, и мы просто плохо себя чувствуем. А с другой стороны, ядрить-колотить, вы набрали 60 тысяч лайков на последней серии троллинга Кати. И как бы, знаете, с одной стороны, мне и нельзя троллить Катю, потому что она болеет, я болею, а с другой стороны, мы набрали 60 кусков лайков. И я вынужден это сделать, потому что если я не затроллю Катю, то тогда подписчики на меня наедут, что, мол, Эдисон, мы лайки набрали, а ты Катю не троллишь. Уже даже вчера такое было, то что на меня один подписчик наехал. Но Катя же болеет, Катю нельзя троллить, пощади ее. Кто-то скажет именно так из подписчиков, а кто-то реально на меня просто набросится, то что я должен затроллить Катюху. Поэтому я решил сделать так. Сегодня я решил излечить Катю необычным методом. Не пилюлями, не всякими чаечками с малиной. Удивлением. Я так сильно удивлю сегодня Катю, то что все микробы, все бактерии из нее прям моментально выпрыгнут, и Катя сразу же излечится. Я не буду Катю пугать, я не буду Катю бесить, я не буду Катю очень сильно троллить, хотя там уже как получится. Я Катюху удивлю. Прям очень сильно. Прям, ой, как сильно я ее сегодня удивлю. А вы пощадите, ёханый бабай, Катю, ну не ставьте в эти лайки. Ну если сейчас наберем опять 50 тысяч лайков на этой серии, то уже Катюха должна будет меня троллить. Я как бы тоже болею, пощадите в первую очередь меня. Хоть я знаю, вы любите надо мной издеваться, да? Степан, я беру из своего шкафа мое уникально гиперсильное оружие, волшебный топор. Он может делать все, прям все. Степа, тебя я тоже беру. Давай, давай, побежали. Давай сразу же через балкон, чем это тянуть будем. Вот сразу, опа, вот так выпрыгиваем и бежим к Катюхе. Катюха там очень сильно загоняется. Прям, ну сейчас сам все увидишь, как она сильно загоняется. Припаркуемся здесь. Оп-оп, сигнализацию поставили. Степа, стой здесь. Кать, ты дома? Ладно, зайдем так. Кать! Ты как, жива? О, ты здесь? Да, я здесь. Это хорошо, что ты здесь. Мне надо с тобой попрощаться. А можно спросить, а что у тебя с башкой? Почему у тебя башка перекрутилась на 180 градусов? Потому что все. Конец настал моих дней. Что ты имеешь в виду? Все, на этом как бы можно с тобой попрощаться, потому что я уже вижу свет в конце туннеля. Я ухожу в другой мир. Ой, разнылась ты как. Зачем ты рентген себе сделала? У тебя температура бы. Прощай. Господи, помилуй. Господи, помилуй, вызовите экзорциста! Кать! У тебя. Что? У тебя все хорошо с головой? У меня уже ничего не хорошо. Ты что делаешь? Я умираю. Зачем тебе инвалидная коляска, когда у тебя просто насморк? У меня не просто насморк. У меня красноречивая ветрянка лавандовая. Это смертельная болезнь. Я первый раз слышу про такую болезнь. То есть, когда человек чихает, когда человек кашляет, вроде в простонародье это называется просто обычная простуда. А Катя здесь, смотрите, она уже рентген черепа сделала. Рентген грудной клетки, рентген, сказал бы, пипики... Похоже просто. Но у тебя ее нет. Это ноги. А, это ноги? Странные у тебя, просто кривые у тебя ноги какие-то. Посмотрите, она... Шприцы! Кать, у тебя просто насморк. Ты просто не хочешь верить мне. Я умираю. Можешь со мной просто попрощаться, не издеваться надо мной.
Я говорил, что это будет очень сложно. А, хорошо, Кать, я сейчас всех созову, всех наших друзей позову. У нас нет друзей, но я сейчас всех позову. Мы с тобой все попрощаемся. Хорошо, Кать? Я тебе еще предсмертный подарок сделал. Хорошо? Ты только держись, пожалуйста, Кать, держись. Ага. Подарок? Да, подарок. Это хорошо. Это хорошо. Все, Кать, я сейчас приду. Умираю. Ты ко мне умираешь. Да не умирай, Кать, не умирай. Я тоже как бы болею идентично тебе, но я чуть не умираю. Надо выкручиться из этой ситуации. Наркоманы! Так реально умереть просто можно. Идите сюда! Сейчас я созову всех подписчиков, они всегда где-то здесь рядом. О, да, вот всегда здесь рядом обитают. Подойдите! Давайте, быстрее копытами двигайте, быстрее сюда. Как я и... Пупок, Анчоус и Ержан, здравствуйте. Как я и предполагал, ситуация очень критичная. Поэтому мы приступаем к плану АБВГД. Вы помните, в чем он заключается? Точно помните? Короче, выпивайте зелье невидимости, топайте на крышу, и как только я покажу Кате то, что я ей сейчас покажу, выбрасывайте ей на голову то, что я вам дал. Не бутылки! Какие бутылки на голову выбрасывать? Вы хотите, чтобы Кате голову разбили? Да, вот именно вот это выбрасывай ей на голову. Все, давайте, оббегайте дом и залезайте на крышу по лестнице. Давайте, быстро. Ержан, ты что на месте стоишь? Давай, побежала. Любимая лаванда Кати. А сейчас уникальная команда. А примерно 50-38 на 37. Вуаля! Удивление! Удивление это хорошо. С помощью удивления я сегодня излечу Катю. Или еще только хуже сделаю, я не знаю. Ты там! Ты куда пропала? Кать! О, привет! О, привет. Ты как, здесь нормально? Я провожу последние минутки в своем любимом доме. Хорошо, пошли, Кать, там такой сюрприз я тебе подготовил. Ой, давай за мной, давай. Тебе он 100% понравится. Я не встану, прости, я больше не могу. Кать, там лучше, чем лаванда. Ты просто на секунду представь, что может быть лучше, чем лаванда. Опа, сразу, как будто ожила в ту же секунду. Ну, подожди, ты готова такое увидеть? Это твой предсмертный подарок. Ну, вообще-то, по моему мнению скромному, ничего не бывает лучше, чем лаванда. Хорошо, давай, я тебе сейчас покажу то, что есть все же. Смотри мне. Хорошо. Смотри мне, если ты меня угробишь прямо в эту же секунду, я тебя отомщу. Нет, Кать, я учитываю то, что ты больной на голову, в смысле на насморк человек. Все будет хорошо. Подарок тебя излечит, я надеюсь. Давай, раз, два, три. Пошли. Подойди. Это все! Давайте! Это что? Катя, смотри! Катюшный дождь, аллилуйя, Катюшный дождь! Цветочный дождь, аллилуйя, цветочный дождь! Это Катюшный дождь, аллилуйя, Катюшный дождь! Ты смотри, Кать, смотри, сколько это, есть ромашка, а есть катехнашка, вот это твой цветок, катехнах, вот. Я хотела свои минуты последние провести в спокойствии, ты опять надо мной издеваешься, что ли? Катя, это моя секретная тактика, это удивление, вот это цветочный дождь, аллилуйя, цвет, тебе не нравится? Нет, я все, конечно, понимаю, но что с моей прической на цветке? А что с тобой с твоей прической? Почему я похожа на зелебобу на какого-то? Или подождите-ка, или может быть просто я совсем уже с ума сошла? В смысле? Ну, может быть, мне это кажется все. Что ты видишь? Скажи, что ты видишь. Я вижу тюльпан. Это тюльпан. А что ты видишь? Я вижу свою жирную рожу! О, у тебя, походу, от насморка все уже прям галюны. Да хватит! Да, Кать, тебе срочно надо лечиться, я тебе тут поляну цветов накрыл. Я тебе катюшный дождь устроил, цветочный. Ля-ля-ля-ля-ля.
Это уже кирдык, это все это уже. Это последняя стадия насморка, Катю. Он уже не лечится. Он уже прям поразил твою. Так, молодой человек, патрулей надо мной хватит. Можно я пойду дальше умирать? То есть тебе цветочный дождь вообще не помог, да? Нет! Наркоманы, отбой, отбой. Все в сбор сюда ко мне. Вы где, я вас не вижу. Выпейте молоко. План A, B, C, D, F, fuck you. Кто-то из вас один должен переодеться в медсестру. Давай это будешь... вот это, анчоус, Аня. Давай это будешь ты. Встречаемся там, где я тебе сказал, чтобы... А вы, давайте сваливайте отсюда, вы где-то спрячетесь, вы еще мне поможете. Потом понадобитесь. Аня, давай переодевайся. Катюх! Кака? Ты где спрят... Господи. Ладно. Я передумала умирать и решила, что, наверное, мне нужны таблетки, там, аспиринчик, там, парацетамольчик, там, ну... Ты прям прочитала все мои мысли. Вот как раз-таки сейчас мы с тобой, Катюх, туда и отправимся. Ой, господи, как много цветочных Кати у меня. Катюх, вставай! Пошли. Я тебе не рассказывал никогда. Но в твоем доме... Заходи. Свет надо выключить на всякий случай, чтобы нас не заметили. В твоем доме есть секретный потайной ход. Давай мы с тобой шторы тоже закроем, чтобы нас никто не увидел. Ты готова? Вот этот не закрыл. Это там не закрывается. Вот этот твой пердел форт и пропиздон уже закончился, там уже вообще таблеток нет, ты уже все выпила, как я понимаю. Поэтому надо пойти в аптеку за новыми таблетками. Пердел форт — это устаревшая модель, я знаю лучше. Ты готова увидеть то, что я к тебе подготовил? Ну, вообще-то как бы, мне кажется, у нас нет дома никакого волшебства, и ты меня опять обманываешь. Хорошо. Это зачем мне душевую ломать? Секунду. Это что такое? Ты знал, что у тебя под душами секретный проход? И ты молчал все это время? Это было только вот на такие случаи, когда ты умираешь. Все, давай, залазь, пошли. Знаешь, я не так часто умираю. Частенько. Пошли. За этой дверью находится чудо-юдо рыбакит. Ты готова его увидеть? Ой, ты знаешь, мне уже все равно, что ты со мной будешь делать. Не остались минутки. Хорошо, пошли. Я не могу пройти в дверь. Давай. Сейчас подожди. Открываем второй выход. Давай, вылезай, Катюх. А где мы сейчас окажемся? Я не понимаю. А, это секретный проход. Секретный проход? Это... А где мы? Неважно, мы возле больнички вылезли. Вот я тебе не говорил, что у тебя дома есть секретный проход. Там, знаешь, 2 метра под проходом проходишь и вылазишь вообще в другом месте. Вот. Подожди, но у нас... Что? Подожди, я не видела таких мест в нашей деревне. Там только 2 единственных дома стоит. Один твой, один мой. Ну подожди, мы же прошли через секретный проход. Значит, мы вылезли вообще в другом городе. Как такое возможно? Ты, клетчатая рубашечка. Ой, сейчас бы мою рубашку оскорблять. Давай. То есть ты не веришь в чудеса Гарри Поттера, значит, не смотрела вот эту платформу 3-4-8 четверти, тоже не видела. Давай, заходи. У нас тоже дома есть платформа... 6,9 четверти. 69 да четверти. Да ты... Ты вообще какой-то... Ты что, волшебник? Признавать такого невозможно. Ты понимаешь, что ну, это какие-то новейшие технологии? Я не знаю. Я не видел... Похуин. Это... Ты ж... Я уже думал, ты матюкнулась. Это просто препарат такой. Похуин, хулинам, да. Это все хорошо здесь. Медсестра! Че, тут в этом городе есть люди еще помимо нас? Есть, и очень много. Чё? Я поняла! Что ты поняла? Это перемещение в пространстве, во времени, в пространстве. В пространстве перемещения. Медсестра! Помогите, да? Пожалуйста! Да, это перемещение... Это так? Да, нет. Короче, у нас здесь критичная ситуация. Девушка умирает, у нее прям гипер какой-то активный насморк. Она прям...
Катя, иди сюда, пожалуйста. Тебя сейчас вышвырнут из этой больницы. Нам нужен какой-то хороший препарат. Я читал, у вас появилась там новая версия Пердела Форте. У вас есть Пердел Фортиссимо. Мне бы Пердел Фортиссимо еще там кое-что дайте. Ну, просто ей нужен прям какой-то хороший препарат, который ее сможет излечить. А, ну тут все ясно. Тут нужен хороший пропиздон и... И я забыла. Да вот, да, именно хороший пропиздон ей, Кате, и нужен. Прям хороший такой пропиздончик, ну, в смысле, это таблетки так называются. Дайте. Может, нам, пожалуйста... тебе пропиздончик ставить? Я ничего не понимаю сейчас. Я как бы тоже болею, да, но я не так сильно ною, как ты. Дайте, пожалуйста, хороший пропиздон, и мы пойдем. Да, дайте нам, пожалуйста, хороший пропиздон, и мы пойдем. Нам, в принципе, больше ничего для жизни не нужно. Только одну таблетку хорошего пропиздона. Что там говоришь, новенькие таблеточки появились? Да, там новенькие таблеточки, я видел. Ну мы в будущем, потому что в нашей деревне нет вообще никаких лекарств. Кать, у тебя дома есть секретный проход. Так, все, давай, пропиздон? Не, у тебя тоже есть секретный проход в организме. И мне кажется, тебе нужно туда что-нибудь вставить. Спасибо, медсестра! Пошли, Кать, пошли. Так быстро. Вот, мы тебе купили новую упаковку пропиздона, новую упаковку Пердел Фортиссимо в два раза жестче. Пошли. Сейчас ты опять будешь лицезреть. Как ты говоришь, магию. Хоть нифига не магия. Давай, заходи. Я ничего не понимаю. Так это как работает-то вообще? Да ты все строил. Зайди! Внутрь зайди! Я не могу попасть в дырку. Да, дырка-то очень маленькая. Мне очень сложно попасть. Опа. Давай, двигай булками. Давай, вперед. Давай, вылезай, Катюк. Давай, здесь нет никакой магии. Вот. Все. О, мы дома у меня? Мы дома, все, больше никто точно? Ничего. Да, это точно твой дом. Ага. Все, Катюх, пошли, тебе надо пропиздончика выпить, чтоб все было в жизни хорошо. Давай, иди наливай себе водички. Да все, ничего мне не нужно. Опять ты за свое, да? А зачем мы тогда в аптеку-то ходили в другое измерение? Ну, в смысле... Это ты меня заставил, но у меня есть последнее желание, которое ты обязан выполнить, как самый клетчатый рубашечный человек в этом мире. Хорошо, озвучьте, пожалуйста, свое последнее желание. Я хочу увидеть сына. Картошку. Как? Пойдем копать картошку. Кактуса которого? Которого сына моего кактусного чического. Ёперный театр. Я-то думаю, чё подписчики в последнее время прям у меня спрашивают, знаешь, так каждую серию. Эдисон, где Антон? Вы чё, забыли про Антона? Вы забыли его поливать? Ничего не забыли, сейчас принесу. Забыли? Я вообще забыл то, что у нас Антон есть. А чё вы так плохо-то мне так напоминали про Антона, то, что я забыл, что у нас сын Антон есть? Пупок! 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 Так куда вы ушли-то? Только... Вот, иди сюда. Короче, план AB, мягкий знак. Короче, тебе... у меня где-то дома, наверное, вот на чердаке, там есть костюм... Там очень много всяких костюмов. Там есть костюм кактуса. Переодевайся в костюм кактуса и приходи сюда к Катюхе. И скажи Ержану, и скажи Анчоусу, чтобы они переоделись в санитарный костюм, чтобы они были как будто медврачами, медбратами. Все, давай, быстро, иди переодевайся. Ты дурак, это дом Кати, ты куда побежал? В мой дом! Ты сейчас чуть всю миссию не провалил. У тебя 3 секунды! Пупок. Бедная Катя. Мне кажется, ее надо спасти. Я даже не знаю. Я бы попросил вас лайк поставить. Мне кажется, ситуация вообще безнадежна просто. Подписаться на канал. Мне кажется, каждая подписка на канал Кате становится на 1% легче. Хотя, учитывая состояние Кати, вряд ли у нее там... что-то изменится. Стой. Короче, твоя задача прикинуться просто кактусом. Молодец, хороший костюм нашел. Просто там начинай нести всякую там чепуху. Там, мама, привет! Ты про меня почему забыла? Там, знаешь, что-то в этом роде. Все, стой здесь, я тебя приглашу. Я-то четко даже как-то не подозревал то, что кактусы так быстро растут. Да еще и ходить могут научиться. Антошик! Антон! Иди к маме, иди к папе! В смысле иди? Сына своего не узнаешь? Он хватит Машу, вать Машу! Мама, привет!
Антошик, иди обними маму, я родную маму обними, да ш... ты, Кать, ну ты как-то ж своего сына, знаешь, вообще не любя встречаешь, ты чё, хватит, хватит пол ломать, Кать, хватит! Он ходит! Конечно ходит, как бы все дети, когда начинают вырастать, все дети начинают ходить. Иди обними мама, сына своего! Я тебе не мама, шайтан, уйди отсюда! Помогите, кактус ходит! Санитары! Санитары! Какие санитары? Это же розовая горячка, тут не нужны санитары, тут мне нужно просто в воду уйти. Уходи в воду, Катя, уходи в воду, санитары, спасите, тут безнадежный случай. Антошек, обними маму, где мама? Вы куда, вы где? Вы где? Антошек, подожди, а где вы? Ой, у вас здесь все хорошо, санитары! Это вы все построили, молодой человек в клетчатой рубашке. А ну иди сюда. Санитары, не сбейте нас, санитары. Вы моего сына сбили, кактуса. Тут безнадежный случай, прям самый безнадежный случай. Санитары, этот в клетчатой рубашке надел какого-то чувака в костюм кактуса и говорит, что это мой сын. А еще мы были в параллельных мирах, а еще... Ты что, скин не поставила ту ремонта? Какие параллельные миры? Забирайте все, забирайте ее там в санитарную зону, забирайте. Я оставлю Антошика с собой. Антошик, иди сюда, с папой останешься. Катя, тебе нужно пройти в медучреждение. Там тебя полечат, излечат. Я сейчас присяду, Екатерина. А смотрите, цветы с моей пухлой рожей. Как вы это объясните, а? Посмотрите, тут жирное мое лицо. Санитарка. Ката, это тюльпаны, тебе все кажется. Антошик, иди сюда, садись, поиграем с тобой. Подскажите, женщина с крестиком на спине, что вы видите на поле? Мою жирную рожу или там тюльпан? Бать вашу! Да это все он подстроил! Куда вы меня садите? В эту прекрасную машину? Да все будет хорошо, только вот его нужно посадить в тюрьму за такие вот жирные рожи вместо цветов. А я-то тут при чем? Я тебе ничего не делал, Кать, иди в психушку, хотел сказать, в больницу, там тебе точно станет лучше, там у тебя и жирные цветы, там у тебя и другие измерения параллельные, все, давай, до свидания, Катюх. Эй, они меня увозят, я знаю, да ты все построил, собака клетчатая, 50 тысяч лайков, и я вернусь и отомщу тебе, ты! Не надо 50 тысяч лайков, никуда ты не вернешься, потому что они не наберут 50 надо, тысяч надо, лайков! Надо, 50 тысяч лайков, собака ты! Сама собака, не наберут они 50 тысяч лайков, вот увидишь. Не надо 50 тысяч лайков, потому что если реально мы наберем 50 тысяч лайков, Катя вернется из психушки, и тогда мне прям не поздоровится. Пупок, отлично сработано. Ой, сынишка, садись, будем на этом серию заканчивать. Вроде как бы не слишком жестко получилось, потому что Катя болеет, и не хотел ее жестко затроллить, но с другой стороны, что-то в конце концов ее вроде в психушку увели. Поэтому вроде и жестко получилось. Я не знаю, жестко, не жестко, напиши в комментах, главное не ставь лайк, потому что если наберем 50 тысяч лайков, Катя вернется по мою задницу. И тогда мне прям действительно кажется, что мне не поздоровится. Мой сынишка Антоша говорит тебе что? Спасибо за просмотр, вот именно, а я тебе скажу огромное спасибо, всем удачи и всем пока. Катюшный дождь, аллилуйя, Катюшный дождь.